Всем привет! Это канал Клёвая Рыбалка. Я купил третью рыболовку зонтик. Это попытка номер три. Почему? Потому что первую мне украли, она была нормальная, дешевая. Вторую я купил за среднюю цену, но при первом же забросе она сломалась просто. И вот я купил аналог первой. Что мне тут нравится, то что тут есть вот такой вот кармашек, куда можно прикрепить наживку. Ну, и сейчас мы будем ее тестить. В качестве наживки я буду использовать карасей. Двух штук прикреплю проволокой, чтобы они не всплывали. Заброшу. И завтра схожу, проверю. Ребят, ну такого улова от китайской рыболовки я не ожидал. Рыболовка пролежала в воде двое суток. Туда даже окуня заплыли. И раки окуней заточили. Офигеть, сколько их много. Офигеть просто. Давайте сейчас будем считать. Будем считать, ребята. Раз, два. Три. Четыре. Но маленький. Пять. Тоже маленький. Шесть. В окунь вцепился как. Семь. Восемь. Если я обсчитаюсь, не обращайте внимания, просто сейчас на эмоциях сильно. Никогда столько не ловил. Девять. Маленький 10. 12, 13. 14, 15. 16 маленький. 17 маленький. 18. 19. 20. 21. 22 маленький. 23. 24 маленький. 25. 26. 27. 28, 29 маленький, 30, 31, 32 маленький. 33 маленький. 34 маленький.
И вот такой 35-й без клешня. 35 штук. Я, скорее всего, посчитал, что я на эмоциях, потому что столько я не ловил. Вот столько раков. Так много. Вот китайской раколовки я такого не ожидал, честно говоря, что она поймает столько прям. Красота. Все-таки я на нее ругался, то, что она у меня сломалась. Вот, наверное, бракованная была. А эта вот нормальная. Мне ее подарили. Класс, ребята. Главное правильно замаскировать, чтобы никто ее не нашел. И будет вам счастье.